несоответствующей конструкции. Вот причина трагедии в Золитуде. Такие данные имеются в распоряжении латвийского телевидения. В Латвийском союзе инженеров-строителей говорят, что это не новость. Именно об этом твердили эксперты в первые дни после обрушения крыши. Между тем, в здании правительства сегодня отчитывались ответственные лица, рассказывает Анастасия Дьяконова. Сегодня вечером в одном из залов кабинета министров шумно. Здесь собрались представители разных учреждений. Государственной пожарно-спасательной службы, Центра по межведомственной координации, полиции и нескольких министерств. Спасатели представили новый законопроект о гражданской обороне и управлении катастрофами. Он будет предусматривать единый для всех план действий в чрезвычайных ситуациях. Будет создана система управления катастрофами, в которой 5 различных мероприятий. Превентивные мероприятия готовности, реагирование, устранение последствий и восстановление. И все это будет основываться на оценке риска. Его идентифицируют, анализируют, и потом его можно будет устранять. На данный момент проходит согласование всех тонкостей данного законопроекта. Основные возражения здесь по части того, кто и за что будет отвечать. Учитывая все инстанции, через которые законопроект должен пройти, в силу закон может вступить где-то в середине следующего года. Накануне в распоряжении латвийского телевидения появилась информация. В ходе расследования золитудской трагедии была выяснена причина обрушения. Это несоответствующие конструкции. Это было давно известно на третий день после того, как произошла авария. И для этого не надо было целый год такое трудное рождение этого заключения. Сергей Мейровец также отметил, что здесь вопрос не только времени, но и потраченных на следственные эксперименты средств. По его словам, обрушение потолка в школе в Пумпуре и катастрофа в Золитуде – это результат бесконтрольности со стороны государства. Напомню, в ноябре прошлого года в торговом центре «Максима» в Золитуде произошло обрушение крыши, под обломками которой погибли 54 человека. Анастасия Дьяконова, Айнис Купч, Латвийское телевидение.